первый на сегодня. Он такой, как зонтик. Вот рядом еще один, смотрите какой. О. Так, вот тут и малыш у нас, смотрите. Такое ощущение, что после дождя вчерашнего. Вот, ребят, дорога, по которой я иду до своего места. Смотрите, какая прелесть. Я говорю, вчера прошел дождь, и такое ощущение, что вот они полезли. Вот раз, вон два, и вот третий. И я вот уже вдаль смотрю, и он раз вижу, и он там еще два под деревом. Просто какая-то фантастика, ребят. Такие первые три. Так, вот это чуть-чуть в сторонке. Так вот тут небольшой растет. Они вдвоем. Так, ну это вроде последний с этого пятачка. Ну, сейчас еще посмотрим. Ну, вот такой вот улов. Неплохо. Какая-то раздача прям, ребят, происходит на первых порах. Такой грибок. Ребят, всех приветствую. Сегодня 2 июля, время 6 утра. Все никак мне не добраться до своего самого дальнего места, где у меня лучше всего попадался гриб в этом сезоне. Иду по дороге, вижу красную шляпку, бывает и не одну, и приходится нырять на левую сторону, и здесь собирать грибы. Не знаю, уже, наверное, штук 15 нашел. Ладно, погнали, я думаю, сегодня охота будет очень интересная. Смотрите, не переключайтесь. Thank you.
Просто, ребят, вон там гриб. Здесь он раз, два, три, четыре, пять. Такие уже все. Такая чистая, не пойму. Нет, какой-то пугай. Да, дождик, ребят, тут неплохой прошел вчера. Последние разы вообще тут луж никаких не было, все высохло. А сейчас картина совсем иная, что не может не радовать. И вот эти вот маленькие грибы, которые тоже попадаются. Почва была максимально прогретой после вот этой вот жары неимоверной. Под тридцатку тут было. И на такую почву, когда влага такая приземлилась, это, наверное, самое лучшее время для роста гриба. Соответственно, сейчас попрут. Не зря я нырнул на свое любимое место сереньких подосиновиков. И вот они, мои красавчики. Два раза уже был здесь, их не было, и вот они появились, ребята. Посмотрите, какие они красавчики. Так, сейчас еще дальше посмотрим. Они родимые, ребят. Эти подруги всегда, кстати. Всегда скрасят какой-нибудь ужин. И вообще, как находка, всегда радует. Так, ребят, ну и на этом месте начали расти. Там сейчас, значит, дальше тоже будут. Все тут не было, заходил. Вот такой вот красавчик вымахал. Чуть дальше еще один. Вот ваш. Красота. Все, ребят, заканчиваем экспериментировать и бежим на ту сторону, где основная масса у меня росла. Так вскользь пробежался по тем местам, которые должны были начать плодоносить, и они начали, соответственно, дальше больше. Ну а сейчас, я думаю, будет самое интересное. Сейчас на ту сторону только перебегу и покажу вам, что произошло за это время, за время нашего отсутствия. Ну, какой тут на месте белых подосик вырос. Как же приятно, ребят, находиться в лесу после дождя. Дышится совсем по-другому. Столько здоровья прибавляет этот воздух. О, смотрите. Вот и парочка подосиновичков. Выберем. Это такие еще в жару, которые начали свой рост.
Вышел я на свою дорожку. И вот началось, ребят. Вот они. Оп. И вот второй. Такие красавчики. Тех сорвал, увидел под елочкой вот такого длинноногого. Смотрите, что это за гриб, ребят. Посмотрите просто на это чудо. О! Фантастика. Так, теперь вот здесь вот улов. Из-под дерева. Оп. Такой вот. Так, ну там большой брать не буду. Червивый. А вот этот вот берем. Грибы на месте, ребят, и продолжают свой рост. Так что собираем и получаем удовольствие. Это издалека прям увидел. Это он. Смотрите. О, закорючка. Здесь вылупился, ребят. Все по схеме. Вон болотинка, вон просвет. Вот гриб. Вот он идеальный. Ну какой, ребят, он дукушка выпрыгнул. Привет. Так, а там у нас что, ребят? Вон они. Раз, смотрите. О, какая у него нога-то, посмотрите. Вот этого сейчас прям заметим. Да, это ноги, два, вон там парочка, как минимум. Вот такие здесь два. Чуть дальше вот такая вот красота. Рядом еще один, естественно.
Приехал в этот раз на один день. Сбить зуд, как говорится. Ну и разведать обстановку. Всегда любопытно, что происходит в лесу после нескольких дней перерыва. Так что, в принципе, все нормально. Уезжаю в город делать дела. Не знаю, через несколько дней опять вернусь. Дорожка стреляет опять. Вон он, ребят. Пройдите бы туда. Его не достать тут. Получилось. Он такой красавчик, ребят. О. Суперский гриб. Он тут тоже что-то интересное и необычное. Посмотрите, какой он. О! Вот такой вот, ребят. Сейчас выберу. Так, ну вон они, малыши, наконец. Какой шарик. У нас тут беленький. Тоже закорючковый. Неожиданный гость. Смотрите, какой, ребят, очередной шедевр. Так, вот тут рядом мелкий. Как заметил, не знаю, в такой траве. Вообще шикарнейший гриб. Смотрите, какой грибок. Рядышком еще малыш. Только вылупился. Но уже посмотрите, какой бочонок. По дорожке передвигаюсь. Направо посмотрел. Ну и вот они пошли. Он первый. Дальше как минимум еще два. Интересные тут грибки у нас.
Вот такие вот красавчики, ребята. Такой. Собрав его младший. Тоже еще парочка. Первый. Ой. На длинной ноге должен быть. Смотрите, какой он в итоге. Вот такой вот, наверное, один из последних. Тихая охота на сегодня закончилась, ребят. Принял я такое решение. 2,5 часа в лесу. Ну, практически ведро опять ковырнул. Нормально. Что могу сказать по сегодняшнему дню? Гриб попадался на постоянной основе. Не сказать, что какие-то грандиозные прям раздачи, успехи были из серии нескольких грибов, но самое главное, что они попадались на протяжении всего пути, и не было каких-то пауз там 10 минут и так далее, как это бывает. Так что в целом я доволен. Это сейчас урожай, еще отголоски предыдущих дождей, которые росли еще вот в засуху. Только сегодня ночью пролил этот дождь, соответственно, тут надо сейчас выждать 2 дня и более. И у меня такое ощущение, что что-то должно произойти. Возможно, беленькие начнут попадаться уже в более постоянном ключе. Ну и подосиновики, вот эти красные тоже, я их называю еловые, тоже должны быть. Ну а так, всем спасибо за внимание, за комментарии, за поддержку. Скоро увидимся. Удачи и пока, ребята.